Живописно раскинувшееся на невысоких холмах село Дану расположено в северной зоне республики в 35 километрах от города Бельцы. Самое раннее упоминание в документах о селе Дану – 25 августа 1629 года, где говорится о селе Данешть. Село расширялось, и большое внимание уделялось социальной сфере, культурному и духовному развитию данульцев. Открылись школы семилетние, а затем и средние. В селе всегда совершалось богослужение Свято-Троицкой церкви, которая была построена на средства сельчан и на построение которой дал свое святительское благословение митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Исидор 22 августа 1879 года. Церковь была построена в виде арки, а затем в 1911 году были добавлены пределы и храм приобрел форму креста. Первыми священнослужителями здесь были отец Александр и его сын Сергий Хереску, которые и были похоронены за алтарем в церковной ограде. Впоследствии тут служили священники отец Василий Михневич, Евгений Назарчук, Борис Онофраш, Иоанн Цуркану, Василий Тудоряну, Павел Паюл и Иоанн Каприняну. С 4 июля 1991 года настоятелем храма является митрофорный протоиерей Вячеслав Спижавка при неизменном старости Баланюк Георгия Ивановича. Во время его служения был сделан капитальный ремонт храма снаружи и внутри, стены были расписаны, а иконостас был отреставрирован. Роспись совершил иконописец из Гладян, ткач Иван Петрович. Храм расписан в старорусском стиле. Роспись проводилась в течение 5 лет. В 2013 году, 5 августа, в день праздника Почаевской иконы Божией Матери, состоялось освящение храма. Освящение совершил преосвященный Маркел епископ Бельский и Фалежский при стечении многочисленных прихожан и гостей прихода, а также собора священнослужителей. Сейчас церковь содержится в подобающем ей чине благолепия на пожертвования прихожан, которые не остаются в стороне и помогают храму. Посильную помощь вносит и акционерное общество с ограниченной ответственностью Данульский и Примария коммуны.